Один Вадим. Один Вадим. Итак, мои дорогие друзья, пришло время, когда мы от игры должны перейти к музыкальной части нашего балета. Дело в том, что пришло время вспомнить о том, что у всех у нас была музыка в школе. Все мы в свое время играли гаммы, и самое главное, все мы знаем, как петь, как танцевать, как плясать, но, к сожалению, этого не делаем. У нас группа в студии Татуин. Здравствуйте, друзья. Рад привет, вас видеть. Привет всем. Бодрые, веселые, такие просто рокеры, елки-палки. Наши дорогие слушатели, наши музыкальные критики, вы даже готовите свои пальчики, вы даже готовите свои кисти и, самое главное, свои мысли. Пишите все, что вы думаете по поводу этой группы на смс-портал 5533. Все сообщения часто маяк. WhatsApp и Viber плюс 7 967 103 5533. Но только я прошу, поаккуратнее, да? Хотя это мужики, но художника обидят всякие. С феноменальной памятью причем, да? Да-да-да. Мы всех запомним. Они всех запомнят. Ну что, попробуем давайте, а? Да, и что касается балета, это к нам как раз, да, вот. А, да, кстати, да. Где группа поддержки? Группа поддержки, да, вот же. А, вот эта вот группа поддержки. Сейчас мы ее выгоним. Ваши девчонки постепенно превращаются. Да, итак, поехали. Она ушла, ни слова не сказала. И опустел мой дом, а за окном прощальных листьев осень набросала. Сижу один и пью вино. Я помню, как она была прекрасна. Она была, пожалуй, лучше всех. Я слишком поздно понял, как был счастлив. Она ушла вдруг насовсем. Ушла, скажи, зачем? Ушла, да нет проблем. И вот такая любовь. Мне не хватает ее. О-о-о. Как мне вернуть тебя вновь? Душа плачет, слезы льет. Душа плачет, дождь идет. Я помню, как она была прекрасна. Ушла с утра босая по росе. Я слишком поздно понял, как был счастлив. Она ушла вдруг насовсем. Ушла, скажи, зачем? Ушла, да нет проблем. И вот такая любовь. Хватает ее. О-о-о. Как мне вернуть тебя вновь? Душа плачет, слезы льет. Душа плачет, дождь идет. —
друзья, это группа Татуин, и ваши рецензии поступают к нам на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp, и Viber, плюс 7-967-103-5533. Ну, что я могу сказать вам? Роман, начнем, конечно, с тебя. О, да, я готов. Вы, конечно, просто должны стать героями сегодняшнего эфира по одной простой причине. Первая песня прозвучала на русском языке, и все слова были понятны. А что такое? Он немного работает над дикцией. Работает над дикцией, да, это хорошо. Слушай, ну я прям порадовался. Давно не слышал такой хорошей мальчиковой группы в прямом смысле этого слова. Опять же, вы правильно подметили, Вадим, мальчики это к нам тоже. Да. Это мы, точнее. Я сейчас погубаю, стучу. Девочки, наоборот. Радуйтесь, да. Радуйтесь, появились настоящие мужики на нашей эстраде. Кому пришла в голову создание группы? Идея моя, а так, в принципе, разделяют все, и очень просто было, и непринужденно. Даже не знаю, что и как-то... Ничего хитрого. Ты знаешь, Роман, глядя на твои глаза, на твою бороду, и, в общем-то, ну, на некоторые морщины под глазами, я понимаю, что ты мальчик в возрасте. А да, что ты делал до того, как... Прости, что я тебя перебил. До чего? Вот ключевое того, слово не прозвучало. До того, как вы собрали эту группу. Да, в общем-то, всем же тем же самым-то мы и занимались. Вот. И морщины зарабатывали на нелегком поприще. Вот. Это мы мужали. Мы мужали и собрали группу. Минуточку, так сказать, Татуин — это ансамбль из мужчин в самом расцвете сил. И с пропеллерами, все как положено. Поэтому здесь, которые еще хотят жить. В общем, все было по месту, вовремя и нормально. В общем. Нет, я на самом деле действительно очень рад, потому что давно не слышал такого хорошего звука. Тем более, смотрю, у вас все гитары акустические. Это такой тренд или... Вадим, мы бы, конечно, тут бы чбокнули бы, конечно, со всеми педалями и этими жужжалками. Да? Но, на самом деле, очень хорош. Спасибо вам, что вы нас пригласили именно в такой формат, вот именно с кахончиком, чтобы мы немножко тут вот в акустике поиграли. А кахончик, это что, это Кирилл, да? Кирилл — это мужчина, так сказать, а кахон — это то, что под ним сейчас. Подождите, я впервые вижу, чтобы на музыкальном инструменте сидели. Это какое-то пренебрежение к инструменту? Или так принято сейчас в последнее время, Кирилл? Ну, это такой инструмент, перкуссионный инструмент. Вообще это изначально был как ящик с мандаринами, из-под мандаринов. Вот. Сейчас это переросло вот, и называется кахон. На нем сидят. Но по сути это тот же ящик, ничего не меняется. То есть, минуточку, то есть получается, в зависимости от того, как Кирилл себя чувствует, похудел он или потолстел, звук тоже меняет свою тембрацию. Опять же, от мягкости, так сказать, вот части, вот на части которой тел, он сидит, да. Вы правы абсолютно. Так оно все и происходит. Кирилл, берегите эту часть, да. Так, ну что, может быть, мы продолжим или как? Потому что, мне кажется, надо ударить. Да, друзья, вы пишите ваши письма, смс-портал. Слушай, они пишут. Смс-портал 5533, да, все сообщения сейчас со словом «Маяк», и WhatsApp, и Viber. Я прочитал уже, сейчас все прочитаю. И WhatsApp, и Viber, плюс 7-967-103-5533. Наконец-то, спасибо. Сейчас песню будем играть, а потом про нее расскажу, чтобы это не предвосхищать. Хорошо, все. Друзья, это группа Татуин. Кто-то снова скажет, смысла нет. Все под солнцем заняты места. И о нас с мега-идеями скажут все. Ясно, потеряно, и покрутят пальцем у виска. Но не счесть непройденных дорог. И еще не найденных миров. Планет новых растопим льды. Пускай это пока мечты, но мы оставим там следы. Но мы оставим там следы. Вечный двигатель ген любопытства не дает сердцу остановиться. Мало неба, нам мало и этой земли. Уходят закат корабли. Вечный двигатель ген любопытства не дает сердцу медленно биться. Мало неба, нам мало и этой земли. Покой только снится нам звездной пыли. Просто оторвись от суеты.
свет однажды к звездам подними. Где-то там, может, нас ждут с тобой зеленое солнце с голубой травой и мир другой не с головой. И мир другой. Друзья, это группа Татуин. Пишите ваши письма с госпортала 5533. Все сообщения на частоту «Маяк» и WhatsApp, и Viber, плюс 7-967-103-5533. Ну что же, получите «Хочу ваш альбом». Где можно найти музыку? Купить, скачать. Вы видите, понеслось. Кто у нас главный, да, по продажам сегодня? Сейчас я перемещусь ближе к работающему микрофону. Кто у нас? Друзья, во-первых, спасибо, что вы с «Маяком», спасибо, что вы сейчас с «Татуином» с нами. Это хорошие люди все, они знают, что слушать в это тяжелое напряженное время, когда мы можем вас поздравить с тем, что у вас прекрасный вкус. Да, спасибо. Да. Так, значит, все, по поводу альбома. По поводу альбома. Мы только начали, мы всего выпустили пока что два сингла. Я смотрю на профиль Макса, мне кажется, он написал уже много альбомов, нет? Да, но их я уже распродал, поэтому сейчас, в общем... То есть это были другие альбомы, да? Это были предыдущие альбомы. Если серьезно, если говорить именно про группу Татуин, то мы всего сделали пока два релиза. Это два сингла «Социальные сети» и «Хабиби». «Социальные сети» я видел, кстати. Да, еще... Мультик прикольный у вас там. Да, вот сейчас еще будет «Хабиби» интересный, буквально на следующей неделе клип выйдет. Альбом почти записан, мы дописываем пару треков, а презентация и выпуск его будет, наверное, вот с нашим лейблом мы еще должны решить, наверное, это будет февраль или март. Хорошо. Так что вот. Пригласите. Ну что же, а мы несемся дальше, дорогие друзья, продолжайте писать ваши письма, смс-портал 5533, все сообщения сейчас сломаю, чего? Прежде чем понесемся дальше... Не-не-не, у меня еще вопросы к вам есть. Нет, я хотел просто про песню «Любопытство» два слова сказать. А можно вот как раз, да, я вот... Это вот сейчас была сейчас песня «Любопытство», да? Да. Так, хорошо, говорите. А потом вопрос. Эта песня посвящена нашим друзьям, марсианам. Вот. Ну, это как бы шутка, но это не шутка, потому что дело в том, что... Мы собираемся на Марс, мы все об этом говорили. Мы собираемся на Марс, и, знаете, есть такая программа «Марс Ван», да, и у нас есть друг, хорошая девушка, она из России единственная, которая прошла сито грандиозного галактического отбора. Их около 100 человек во всем мире, которые готовятся действительно лететь в один конец, колонизировать Марс, где-то там на рубежах 30-40-х годов. И мы дружим, поддерживаем. Настя, если ты нас слышишь... Настя, держись! Ну, вообще она в Канзасе сейчас в изоляции. Они сидят, значит, в блоке, в изолированном, ходят на улице только в скафандрах, ездят на роверах. Подожди, а как же они это делают? Это настоящее приключение, действительно. У них есть финансирующие организации. Это серьезная игра, у нас об этом мало кто знает. Вот, она присылает все время нам селфи, значит, в оранжевом скафандре, в настоящем. То есть это все очень увлекательно. А можно с ней связаться будет, если что, нет? Сейчас, наверное, нет. У нас же временная разница, сами понимаете, с Канзасом. А то мы сейчас позвонили бы. Нет, позвонить-то мы можем, что мы только добьемся. Нас пошлют на Марс. И вообще-то Curiosity, да, есть марсоход Curiosity, если кто в курсе, который очень успешный проект. Слушай, давай только не на мозоли не наступать. Да, мы промахиваемся. А наш там что-то не раскрылся. Раскроется. У нас вот «Семерка» летает имени Гагарина до сих пор. Подожди минуточку, а что у тебя на руке? Это что это? У тебя ландшафт марсианский? У меня нет, у меня «Звездные войны» здесь. Это отдельная песня, я понимаю. Так что вот я просто должен был сказать и передать привет нашим марсианам. И, кстати, марсианам тоже привет. Они говорят, что они там есть.
Ну, там даже на Луне, вот у Тимура Незабвенного Бекмамбетова, там камни, помните, кусачие были там и вообще всякое. Так что на Марсе наверняка что-то есть. Хорошо, и прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, музыкальную дискуссию, скажите, вы так, Роман, отчетливо говорили по поводу того, что надо смотреть на небо. У вас что, дома стоит телескоп? Что же мы все про космос? Да, телескоп у меня есть. Ты что, правда? Да. Ну, такой бытовой, но серьезный. В принципе, я в него лично видел, например, Сатурн с кольцами. А, кстати, спутники Юпитера 4 штуки, вот Галилеевы, видны просто прекрасно. Даже вот сегодня смотришь, они в одном положении, завтра смотришь, они совершенно в другом. И ты такой думаешь, ёкарный бабай, какая мелкая букашка, вот просто вот и всё. Да, там болтается в небе. Да, и понимаешь, что ты просто вот так, самое главное, на соседей не наводишь телескоп? На соседей наводил, признался, для того, чтобы оттарировать, так сказать. Но вы знаете, когда не очень интересно разглядывать прыщи, понимаете? Вот, поэтому телескоп вещь такая опасная. Ну что ж, друзья, это группа Татуин. Пишите ваши письма, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас у Маяка, WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533. По лирике можно. Или шесть, этот выбор не труден. Если мы есть, значит были и будем. А здесь или там, как ляжет монета в час до рассвета, подобно цветам, ты еще не одета. Но всюду скорость света, блик воды, чьи-то к солнцу следы, но не я и не ты. 40 зим, не вопрос, путь по эллипсу прост. В этом небе ты гость и всего лишь комета. И по глади воды, но не я и не ты. Белых капель росу у реки на мысу я с собой несу. После вкуса лета, после вкуса лета. Вот он восход, о котором забудем. Пройденный год, как секунда в минуте. Но дело не в том, просто мало сюжета. Всего два билета в серебряный дом, где мы альфа и бета. Вокруг одной планеты две луны, чьи-то к солнцу следы, но не я и не ты. 40 зим, не вопрос, путь по эллипсу прост. В этом небе ты гость и всего лишь комета. Погладил воды, но не я и не ты. Белых капель росу у реки на мысу я с собой несу. После вкуса лета, после вкуса никто не ждет ответа. Но ты еще раздета, пора принять всю лето. Скорость света.
лето, после вкуса лета, лето, после вкуса лета. Друзья, это группа Татуин, и они вместе с нами, поэтому пишите ваши письма. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp, и Viber, плюс 7-967-103-5533. Роман, я так понимаю, что ты лидер группы, да? Поэтому, наверное, вопрос будет в первую очередь тебе. У тебя две огромные стратегические ошибки в продвижении вашей группы. Я весь внимание в этот момент. Да, вот я люблю, когда идет нормальный человеческий разговор, деловой. Критика не в глаз, прекрасная. Да, критика прекрасная. Особенно полезная. Да, первое, значит, ну, мне кажется, в вашей группе нечего делать в мелких кабаках. Что-то хочет вас на стадион сразу какой-нибудь запихнуть. Что? Нет, именно так оно все и будет. Вот, не, я серьезно вот говорю, сейчас. Потому что вдруг что-то вдруг так пахнул, захотелось простора. Вот я вдруг понял, что нет, и в кабаке будет, ну, я думаю, в клубе будет хорошо, тоже неплохо, но только в большом. А так хочется где-то вот простора. И это, конечно, правильно. Это первая стратегическая ошибка. Вы себя лишаете маленьких площадок, на которых у нас кормятся многие наши музыканты, даже известные. А вторая, просто огромнейшая ошибка. Судя по письмам, которые приходят ко мне на WhatsApp и Viber, плюс 7967-103-5533, вы отсекли огромную аудиторию метросексуалов. Вот, ну, это потому кто? Что... Я тебе потом покажу их. Хорошо, это, ладно. Есть экземпляр где-то в шкафу? Один спрятанный экземпляр. Потому что вам пишут только красивые девушки. Это хорошо, это правильно. Но метросексуалы, они тоже должны иногда приходить на ваши концерты. Они, понимаете, они настолько интеллигентны, что про себя, так сказать, все чувства свои. Они могут парочками приходить. Прекрати, Кирилл. Чтобы не иметь на нас виды. Прекрати, Кирилл. А вот Кирилл сам напросился. Но не мало того, что он стучит на своей коробочке. Так он еще, значит, по гитаре Макса начал стучать в конце. Это, я понимаю, все время хочет стучать. Но я интересно, у меня, знаешь, один вопрос. Кирилл, а что ты говоришь своим детям? Как, папа говорит, папа, как ты зарабатываешь деньги? Что ты говоришь? Я стучу, да? А партия у нас одна. Это... Молодец. Слушай, копнул. Вот, нет, вот... вот в этом месте даже мы не поняли. Сразу видно, что политически подкованный человек. Нет, Кирилл, все-таки скажи мне, а вот детям ты какую музыку играл в детстве и напевал? У тебя сколько, кстати, детей? Двое. Я так и чувствовал. Ну, как обычно, Битлз, Джимми Хендрикс, Лед Зеппелин, они любят нормальный музон. Я так понимаю, подрастает будущая смена. А куда-то? У нас сейчас у нас будут новости, поэтому мы, к сожалению, не сможем еще послушать еще одну песню. Поэтому придется задать вопрос единственному человеку, который молчал у нас долгое время. Ну, просто микрофон от него далеко. Здравствуйте, Олег. У тебя микрофон, но ты, я тебе подсуну свой микрофон. Олег, скажи мне, пожалуйста, я понимаю, что ты гитарист, что музыка твоя самая главная, но когда ты подпеваешь бэк-вокал, тоненько, у-у-у, я слышу это в первой песне, я думаю, и что, и это все на что ты способен? Молодец. Ну, у меня еще есть неплохие задатки бас-баритона, но я их держу при себе пока что, в общем, для будущих релизов. На самом деле мы можем петь классическое грузинское трио. Да, раскладывать многоголосие. На многие голоса и вообще. Но я сейчас на самом деле еще не сильно раскрылся. У меня еще все впереди. Причем мы единственный, кто может петь грузинское трио классическое квартетом. Значит, а вы что, действительно? Это сейчас про себя, да? А ты будешь дирижировать, да? Отлично. У нас прям басник-квартет получается. А я буду тогда этим, как его, Крыловым. Но это будет следующая история. Так, друзья, мы на секунду прервемся. Напомню, в студии находится группа Татуин. Пишите ваши письма, пишите ваши вопросы, да, на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp, и Viber, плюс 7-967-103-5533. Мы на секунду прервемся, послушаем новости, а потом продолжим живой концерт с живым звуком, живыми гитарами, живыми музыкантами и даже живыми ведущими. Ура! Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится группа Татуин, и мы продолжаем наш концерт. 728-7171, код Гурманска 495, это телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533, и смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Ну, прочитаю вам несколько писем, которые пришли. Первое письмо пришло, правда, мне. Какой же ведущий дебил? Шутить вообще не умеет, и зачем он пытается? Послушайте, а я не шутил. Я говорю всю правду. И, кстати, уважаемый слушатель, ваш телефон я уже передал своему адвокату. Ха-ха-ха. Чтобы вы не говорили про людей дебилы. Так,
Теперь про вас, ребят. Слушайте, нашли два трека ваших уже где-то там в сетях. А концерты, когда будут концерты, спрашивают, да? Наша тоже какая-то очаровательная слушательница. Ну, в общем, короче, вы ее покорили. Только вот этот микрофон, извини. Да. Насколько я помню, ближайший концерт у нас будет 24 ноября в клубе Чайнатаун в Москве. Так что вы, если зайдете на любую из наших страниц в соцсетях, то там все это есть. Легко нас найти, Татуин, и информация, соответственно, будет выкладываться, как только будет появляться. Благодарят вас за акустический сет, говорят, вы вдохновляете. Вот. Ну, правда, некоторые, видимо, из моей дикции. Вас принимают за группу «Бабуин». Вот, и говорят, что как вы самокритичны. Тоже неплохо. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Мне кажется, это хорошее название. Двойное практически. Ну, я предлагаю продолжить наш концерт. СМС-портал 5533. Все сообщения через слово «Маяк», WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533. Группа «Татуин». Замкнутый размыкаешь круг, хоть иногда вокруг обычные люди офлайн страдают и любят, порой не зная, куда идут. Есть жизнь на этой планете, а социальные сети без нас с тобой точно не умрут. Да не умрут. Полдня без дозы и нета, без прозы офисов неба мы с тобой глядим. Вот оно, понимание, не так уж плох и реальный мир, где ты не один. Вокруг обычные люди офлайн страдают и любят, и точно знают, куда идут. Есть жизнь на этой планете, а социальные сети пускай тихонько горят в аду, горят в аду. Луна отбрасывает тень, целует солнце в губы, весна опять сведет с ума. Еще один хороший день, и тратить время глупо, угрюмо сидя по домам. Луна отбрасывает тень, целует солнце в губы, весна опять сведет с ума. Еще один хороший день, и тратить время глупо, угрюмо сидя по домам. Друзья, это группа «Татуин». Я все время думаю об одном. Вот мы любим иногда критиковать, да? Особенно на работе кого-нибудь, ну, например, Обаму там или Трампа. А потом, ну, выходишь с работы и говоришь: классный чувак, этот Трамп, молодец, всех. Да вообще порвал. Не любим. Нет, ну я сейчас про другое. Вот вы сейчас просто опорочили социальные сети. У кого есть страничка ВКонтакте? Всех. У всех. У кого есть страничка мы в Фейсбуке? Мы глубоко в них сидим. Это, да. Что, ну, это же ирония, друзья. Мы же понимаем, что... Это вот все так говорят. Пускай друзья. Тихонько они горят в аду. Мы же, ну, вот, да, так и говорим практически. Да, ну тихонечко, так, медленно-медленно. Тихонько. Да. Ты знаешь, Роман, наверное, в прошлой жизни я был мальчиш-плохиш,
поэтому я вот я держался. Я держался, но все-таки не могу тебе не сказать одну вещь. Ты знаешь, да, что вот лицо группы — это не только ты, да, но это ну и музыканты, которые тебя окружают, и подтанцовка и так далее и тому подобное. Это определяет имидж группы, да. Роман, могу тебе сообщить пренеприятнейшее известие. Вчера вот эти два парубка, Макс и Кирилл, так, в этой же самой студии сидели по совершенно другим названием. Они представляли совершенно другую группу. Как это может быть? Было такое. Вы знаете, дело в том, что буквально вот послезавтра я без них это сделаю. Понимаете, с другими, так сказать. Поэтому мы будем квиты, и все будет прекрасно. Да, то есть... Да нет, если серьезно, у нас практически, ну, честно скажу, мы все участвуем в разных коллективах в той или иной степени. И, ну, это вот особенность востребованных музыкантов, я бы так сказал, да? Поэтому вот... А здесь это было чистое совпадение, то, что два дня подряд на маяке, ну это классно. Ну нет, это хорошо. Кирилл, а это вот мне твои вот глаза знакомые, а это не ты вот делал вот эти игривые па за это Джанибековой? Ну, я имею в виду... Что ты так задумался? Нет, я просто мало, я думал, ты это или не ты? То есть, теперь я точно понял, что это не он. Он, смотри, он испугался. Смотри, что-то. Кого? Не знаю, чего. Чего? Так. Я, да, никто ничего не знает. Так, тогда, Макс. Я. Тогда начнем. То есть, ну, как перед песней, мне кажется, надо сказать тебе. Вот все-таки говорю, действительно, вот что-то выдает в тебе не только музыканта, но и автора. Я, ну да, грешу. А что? Спеть не готов, если не, это не, 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 не в этом дело. Уклонишь. А вот как происходит вообще вот утверждение песен? Худсовет, например, группа собирается и говорит, будем петь эту песню, здесь будем ля, здесь, как говорится, до, ре, ми, фа, соль. Но кто-нибудь садится, начинает играть, все говорят, и все, эту песню не берем, а все остальные берем. А, то есть... Все очень, худсовет очень короткий. Очень короткий, очень, да? Короткий. Кто вас представит худсовета? Все у нас коллективный худсовет. Мы гнобим друг друга, в общем, коллективно. То есть автор, все на одного, авторство вот музыкальное, да? Обычно. Кто же стоит в кассу за авторскими отчислениями? А есть касса какая-то? Ну, конечно. Ну, вы знаете, ребята, я вам потом расскажу. У Романа есть ответы, мы надеемся. Ну ладно, тогда я предлагаю продолжить наш концерт. Напомню, смс-портал 5533 и WhatsApp и Viber +7 967 103 5533, группа Татуин. Более одноименная, да, попробуем исполнить. До меня ветрами далекими донесло дышит твою музыку. Я по ней тебя, если встретимся, узнаю. Напеваю тихо в полголоса, я с тех пор мелодию грустную, словно я все знаю о тебе. Расскажи мне сказку про лето, про закаты и про рассветы, а моя родная планета другая. Твое небо синего цвета, твое сердце солнцем согрето, знаешь, я всегда с тобой теперь. О, в свете звезд таких далеких и безумно одиноких я тебя пытаюсь разглядеть. Когда солнце умрет, когда время затрет мои следы в песках Татуина, когда сердце уснет и снова биться начнет, я буду повторять твое имя. До меня ветрами далекими донесло души твою музыку, я по ней тебя, если встретимся, узнаю. О-о-о, узнаю, знаешь, я всегда с тобой теперь.
о-о-о, сети звезд, таких далеких и безумно одиноких, я тебя пытаюсь разглядеть. Когда солнце умрет, когда время сотрет мои следы в песках Татуина, когда сердце уснет и снова биться начнет, я буду повторять твое имя. Когда солнце умрет, когда время сотрет мои следы в песках Татуина, когда сердце уснет и снова биться начнет, я буду повторять твое имя. Друзья, это группа «Татуин». Я вам читал письмо из Костромской области, нет? Нет. Спасибо, Гарри, за позитивную музыку на русском, которую строить и жить помогает. Но, всегда рады. Да, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp, и Viber, плюс 7-967-103-5533. Вы знаете, у известных людей всегда есть пресс-секретарь. Да, и когда они приходят сюда, в эту студию, и когда вдруг разговор идет куда-то не туда, они начинают тоже при этом почему-то на личный телефон мне писать. И вот задайте вопрос, пожалуйста, это от Маши из Суралмаша. Не знаю, конечно, вот девушка имеет отношение к вашей группе, но вот явно... Красивая, кстати. Вот, но это вопрос наша, ваша, да? Расскажите про название, и как оно связано со «Звездными войнами», или как к татуировке это имеет большое отношение. Вы видите, прям чувствую, прям вот что не вопрос, то прямо не знаю, это... Вселенная. Я сейчас серьезно включу и системно отвечу. Во-первых, спасибо за предыдущее сообщение нашему слушателю, да, который про русский язык сказал. Вы знаете, мы действительно заморочились на том, чтобы делать музыку такую, ну, интернациональную, но на русском языке. Вот. И если это иногда у нас получается, мы очень этому рады. Что касается названия... Название хотелось это давно уже применить, если честно. И это моя была идея. С ребятами мы недолго спорили. Единственное, что превратили название в сочетание, как бы, слов тату и ин. Ну, да. Ну, кстати, это рационально, я думаю, для того, чтобы за нами не бегал, значит, Лукас и Дисней. Да ладно, потрясая кошельком. Ребята, дайте вам дальше там денег. Нет, ну, конечно, татуин, бедуин, мы отдаем себе отчет, что, в общем, для... Нет, все хорошо. Для большинства это вот что-то такое. Но действительно есть тема «Звездных войн». Ну, мы же взрослые детки, ё-моё, ну неужели мы это всерьез говорим о том, что мы это вот эта планета, где вот эти вот там вот со стеклянными глазами, с хоботами, помните, там такие? Да, вот, конечно. Вот всё, мне, да, нравится. Конечно, все прикольно. Конечно, все это аллегорично и иронично. Да ладно, приходите. Так, друзья, это группа «Татуин». Мы еще попаем песни. А вы пишите ваши письма, смс-портал 5533. Наш портал еще открыт. Да, смс-портал 5533 и WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533. Сейчас на одну секунду просто прервем наш эфир и продолжим. Один Вадим. Один Вадим. Итак, уважаемые друзья, напоминаю, в студии находится группа «Татуин», и мы даем живой концерт специально для вас, наши живые, дорогие слушатели. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк», WhatsApp и Viber, плюс 7-967-5533. Что-то хотел какой-то умный вопрос задать и забыл его. А что, вот, что Роман так вот веселится? Что ты веселишься? А я как только камеру вижу, у меня сразу эти рефлексы. Я просто, знаешь, про что думаю? И коль вы так назвали с таким громким именем «Тату», да, «Татуин», мне кажется, что надо всем делать или аппликации, или все даже тоже набить тату. Так у нас есть, в общем-то, у всех. У нас есть аппликация. А почему уже? Я вот на руке вижу у Романа? Ого, ого, это что, это пиво какое-то название? Да, да. Они мне приплачивают. Они приплачивают. Слушайте, а представляете, как классно было бы? Раз, раз, грудь, бат-бах там. Пиво, мое любимое пиво. Клин. Что, если безалкогольное вообще? Да, клинское безалкогольное. По губам я сейчас, меня выгонят с работы. Так, ну что же.
Пришло время, конечно, говорить о гастролях, о перспективах, а куда двигаться дальше. Я все время думаю об одной простой вещи, ведь музыка такая эфемерная история, да? Вот сегодня людям нравится, завтра не нравится. Сегодня ты звезда, завтра уже это как карлик белый. Да пофигу, если честно. Главное делать свое дело, чтобы нравилось тебе. Надо верить в то, что ты делаешь. Собственно, вот это нас и объединяет. Придут успехи, придут стадионы. Слава богу, мы только вот начали. И вот мы сейчас пойдем, во-первых, что-нибудь перекусим, потом посоветуемся с нашим лейблом, и все будет прекрасно. Я обсудим, кстати, уверен. Считается ли белый карлик не политкорректным высказыванием. Это сколько? Еще ты, туда же сразу. Белый карлик. Да, это политкорректно. Я просто к тому, что вы делаете хорошую музыку. Спасибо. Знаете, чем дело? Я давно не слышал простой, искренней музыки. Вот все что-то придумывают, наворачивают, да, там тю-тю-тю-тю-тю. Да. Честно скажу, мы это все тоже проходили, все эти варианты. Да, я вижу, я вот тю-тю. Боюсь, спроси даже Макс, тебя ли я видел, да. А сейчас как-то простоты захотелось, и немножко вот как-то, может быть, даже где-то в лоб, может быть, где-то спрямляя траекторию, можно было поизящней. Ну, вот такой сейчас период. Хочется попроще и попонятней. Нет, это хорошо. Единственное, только не будете приглашать известных композиторов, иногда им так грустно, никто их песни не покупает в последнее время. К слову говоря, мы сотрудничаем с внешними авторами, но больше по текстам. Есть тексты, которые пишем мы сами, большей части я, ребята где-то подключаются, но, например, есть, наверное, половина песен, это написаны поэтами другими, и это нормально. И, кстати говоря, по поводу композиторства, ничего такого в этом нету. Если подходит песня, если... То есть вы открытый мир? Но пока что нам это не требуется. Честно говоря, не успеваем записывать свое то, что есть. Вот такая вот есть. Ну и напоследок хотя бы один серьезный вопрос, без юмора, да? Uh-huh. А что тяжелее, вот петь живьем или работать в студии? Это очень разные вещи. Корни. Адреналина больше живьем, и в этом смысле это круто, хорошо. А студия — это, наверное, лучшая творческая реализация, когда создаешь музыку действительно. Потому что создавать — это одно, а исполнять — это другое. Это совершенно разные процессы. Потому что нет, ну мы хотели тоже послушать ваш один трек как бы в записи, и все равно, я говорю, нет, надо живьем. Потому что живой звук, мне кажется, он... Это живой звук. И здесь единственный есть нюанс, то что в нашем конкретном случае здесь мы сейчас играем акустику и баллады фактически, что прекрасно. По-моему, нам нравится тоже самим. Вот играем сюда. Подожди, сейчас Кирилл что-то хотел сказать. Извини, да, что тебя перебил. Так-то мы жужжим немножко помощнее. Кирилл, говори быстрее, пока время есть. Кирилл Качан. Да. Хотел сказать, что концерт и студия — это одно другое дополняет. Одно без другого — это не полный набор. Слушайте, давайте в следующий раз его отправим в это на выборы. У него такой голос классный. Депутат, кстати. Кирилл, возьмите меня диктором. Диктором? Нет, диктор у нас же есть, Вася. Вот, другого мы пока не берем. Ребят, большое спасибо, что вы пришли. Спасибо за ваши песни, за ваше творчество. Спасибо. Запомните вам эту группу. Вадим, группа Татуин, да. Вам, друзья, слушатели, наши любимые слушатели «Маяка». Ну что, мы... Такую завершающую, да? Да. Сыграем, от винта, да? Хорошего вечера, счастья, успехов и пока. От винта разбегаем в облака. Всем привет, пока мы снова улетаем по. Ночь словно миг, я так хотел бы остаться, но впереди горят огни, и сердце рвется на части. Еще пока зовут и манят новые дожди и города, мы опять летим вперед, как стая. Не грусти, прощай, прости. Ночь словно миг, я так хотел бы остаться, но там впереди горят огни, и сердце рвется на части.
ребята, всем пока, мы Татуин. Увидимся. Ты не грусти, прощай, прости. Ночь словно миг, я так хотел бы остаться, но там впереди горят огни, и сердце рвется на части, на части, на счастье. Остаться я бы хотел с тобой, на части, на счастье. Остаться просто. Один Вадим. Один Вадим.